Делюсь с вами рецептом соуса из цветной капусты. По вкусу он напоминает соус бешамель или альфредо, но только полезнее. Соус получается кремовым по консистенции, отлично подойдет для пасты и лазаньи. Подробнее, как приготовить соус из цветной капусты, я расскажу ниже. Кокосовое масло должно быть дезодорированное, без запаха, в жидком состоянии. Пищевые дрожжи можно заменить на 1 час мисо пасты. Цветная капуста 300 грамм. Овощной бульон, 1/2 столовые екона. Пищевые дрожжи, 1 столовая ложка. Оливковое масло, 1 столовая ложка. Кокосовое масло, 1 столовая ложка, рафинированное. Соль, по вкусу. Чеснок, 1 зубчик. Лимонный сок, 1 столовая ложка. Количество порций 2-3. Подготовьте все ингредиенты. Цветную капусту потушите в бульоне до мягкости. Затем измельчите все ингредиенты в блендере до кремовой консистенции. Соус из цветной капусты готов, приятного аппетита!